В Штатах более 70 миллионов отцов. Умных, спортивных, храбрых. Но не все знают, кто их отец. 40 лет мы думали, что знаем. До сегодняшнего дня. Я понятия не имею, кто ваш отец. То есть это как? Были безумные 70-е. Все вокруг швялись и трахались. Много трахались. Моногамия не была в фаворе. А я все думал, откуда у меня страсть к занятиям любовью. Теперь ясно? Наш отец все это время был жив. Операция «Кто наш папа, чувак?» Главная миссия – найти отца. Побочная – нажраться крабов. Ну и еще, чтоб тебе кто-то дал. Мама что, встречалась с Терри Брэдшоу? Вам знакомо имя Хелен Бэкстер? Как много приятных воспоминаний. У нее был самый упругий зад, что я видел. А какие сиськи! Она умела ими пользоваться. А ротик у нее! Этот язык чуть не стоил нам суперкубка. Она наша мама. Может, уже прекратите эти глупости? Приехали. Че вам надо? Кажется, мы ваши дети. Прошу прощения. Да не могут эти гребаные дебилы быть моими детьми! Он вспыльчивый. Как и ты! Они ни хрена не похожи на меня! Подвезем терпилу. А если он серийный убийца? У нас тут параноик за рулем. Ты не серийный убийца? Я не серийный убийца. Ты как-то выделил слово «серийный». Это звучит как «я убийца, но не серийный». Но я это не специально, правда. Это не похоже на «даю слово, я не убийца». Мы тебя подвезем, но... Тебя как там, не жмет? Грохнул бы тебя, да не могу. Здрасте. Папа! Он удирает! Ты завалил батю! Что это было? Что-то живое. Вселенная всегда дает тебе пинка в нужную сторону. Да. Мое нигерское нутро чует неладное. Глаза разуй, дятел! Да сраный поезд! Живи! Имя Хелен Бэкстер задевает за живое? Еще как задевает. Похоже, я только что в штаны кончил. Нет, Ро. О, эта тёлка умела трахаться. Она как заклинательница членов. Она наша мама. Только обнимашки.